сегодняшний день был особенным, потому что мы совместили его с празднованием тысячелетия со дня кончины святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, и 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Все эти три события неразрывны в истории нашей Руси. Вы знаете, все, что сегодня делается в Подмосковье, оно в первую очередь делается для детей. Потому что приоритет номер один в работе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева – это дети. И нам очень важно, чтобы подрастающее поколение знало историю Подмосковья, знало историю нашей Родины, умело беречь все то, что было сделано в России, все то, что сегодня делается на Подмосковье, и вносить и свою частицу в те положительные изменения, которые сегодня происходят в Подмосковье. У нас регулярно проводятся семинары, круглые столы, встречи с духовенством, с благочинием Кубрецкого района. Правило, их ведет отец Дмитрий лично, но у нас и по поселкам есть и храмы, есть настоятели храмов, это постоянные встречи. Кроме этого, у нас, я оцениваю, есть такая школа «Образ» в Малаховке, где более глубокие знания школьникам в плане православия. Молодое поколение, живущее в условиях мира, свободы, благополучие, должны знать, какой ценой куплена эта победа. Это наши отцы и деды жизнью своей, кровью своей завоевали эту победу. Потому что они любили свою родину и жизни своей не пощадили ради свободы и независимости нашей родины.